Мур, привет, друг, это Зверько, и новостной выпуск 1.4.60. 20 марта выходит Атлас, стоит традиционно 32 тысячи бо или 599 алмазов. Зацени специализацию героя. Не танк, не маг, мехопилотируемое древнее создание. Реворкнутая Фрея и реворкнутый Ханза выйдут и того раньше, 17 марта. 20 марта выйдет новый скин на Ван-Ван, командир Чоджо. Он будет стоить 599 алмазов. Новый эпический облик Бруно, Firebolt, будет доступен ограниченное время в хитрой акции. Походу надо будет какую-то фигню собирать. Магазин редких фрагментов на 18 марта. Уберут. Кагура, сезон цветов. Москов, командир Змеиный Глаз. Харли, королевский магистр. Мартис, огненная пасть. Акай, алый самурай. Циклоп, спаситель глубин. Гататкача, могучий хранитель. Добавят. Валир, бледное пламя. Клинт, рок-н-ролл. Аврора, червонная королева. Аргус, темный дракон. Роджер, Анубис. Панни, королевский кавалерист. Грок, хранитель могил. Магазин фрагментов героев. Уберут. Сана, Ханаби, Франка, Линга, Теризлу, Нану. Добавят Наталью, Лолиту, Лесли, Селену, Гвиневру, Бруно. 17 марта добавят статую Бруно. 1 апреля добавят статую Маши, на тестовом их пока нет. Изменения героев. Маша. Общий прирост ХП уменьшен с 300 до 201. Грейнджер. Первый навык. Базовый урон уменьшен на 5 для всех уровней. Франка. Первый навык. Вернули длину крюка, к той, что на официальном сервере. Лолита, первый навык. Спецэффект урона теперь действует только на миньонов, а на призванных существ не действует. Вот зря, на мой взгляд, это было изюминкой Лолиты. Пополь и Купа. Пополь и Купа. Пассивка. Уменьшили время призыва погибнувшего Купы. Теперь, набрав стак, Пополь наносит не крит, но увеличенный урон, на который может наложиться стандартный крит. Первый навык. Базовый урон увеличен с 200-320 до 240-330. Урон сигнального копья увеличен с 40-100 до 80-110. Второй навык. Базовый урон увеличен с 200-320 до 240-330. Третий навык. Написано, что ловушка теперь имеет 2 заряда, но время зарядки увеличено. У меня пока 3 заряда, может потом уменьшат. Ульта. Экстра урон Куппы изменили с 200% до 35 твердых единиц атаки. Экстра здоровье было 60%, 80%, 100%. Будет твердые 2500, 3500, 4500. А так хотелось еще одного стрелка от танка, кроме Лейлы. Сарказм. Атлас. Ульта. Увеличили перезарядку с 42-36 до 55-45. Дальше изменение реворкнутых персонажей. Фрея. Исправили баг, когда ее пассивка усиливала более чем надо говорящий с ветром. Ульта. Исправили баг, когда ее урон не увеличился по правильному расчету. Ханза. Первый навык в ульте. Ускорили анимацию. Второй навык в ульте. Теперь можно прервать, нажав движение или автоатаку. Ульта. Скорость набора крови уменьшена с 25 до 20. Видимо, имеется в виду та кровь, которую получаешь при активации ульты. Наверное. Многострадальная Наталья. Уменьшили прирост здоровья с 154,6 до 134. Пассивка. Бонус к атаке из невидимости уменьшен с 300 до 270. Изменение предметов. Клинок Семи морей. Был бонус 150% к урону. Теперь бонус 180 твердого дамага плюс 100% от физической атаки. Мне кажется, это снизит его эффективность, особенно в поздней игре. Говорящий с ветром. Теперь будет наносить корректный урон, зависимый от скорости атаки. Навыки. Огненный выстрел. Уменьшили замедление с 2 секунд до 1 секунды. Вот только сделали толковый боевой навык и занерфили его. Прибытие. Теперь Джонсон не может принимать героев в форме машины. Зараза, ненавижу порталы. А на этом все. Подписывайся на канал, жми колокольчик. А если мой голос еще не надоел, заходи на мой второй канал с переводом и озвучкой. Удачи, друг. Ну, я на 100% уверен, что этот план должен сработать. Я вот когда его придумал, потом так в зеркало посмотрелся и подумал, ну какой же я молодец. Какие же планы я придумываю. Where is my target?
Mighty oaks from little acorns grow. Sniper ready. Give me a target. I'm born with talent. Мертв отряд, а не жив, чтоб победить, что любовь, то уже любовь.